культовый певец и музыкант Бапи Лахири не нуждается в представлении, поскольку его часто считают одним из самых разносторонних композиторов всех времен. Он также известен тем, что широко внедряет синтезированное диско в индийское кино. К сожалению, утром 16 февраля 2022 года нация проснулась с самыми печальными новостями о кончине короля диско Бапи Лахири в больнице Критикари Мумбаи. Согласно сообщениям ряда СМИ, утверждается, что Бапи Лахири был госпитализирован на месяц из-за многочисленных проблем со здоровьем и был выписан 14 февраля 2022 года. Однако 15 февраля 2022 года его здоровье резко ухудшилось, а 16 февраля он умер во сне от остановки дыхания. На протяжении многих лет, в то время как некоторые боготворили и лелеяли уникальную золотую коллекцию покойного Бапи Лахири, некоторые надсмехались над ним за то, что он носил слишком много золота, и одним из них был покойный легендарный актер Радж Кумар. Радж не был большим поклонником золотой коллекции Бапи, и актер, известный своей откровенной натурой, сделал несколько странные замечания о культовом певце. Согласно сообщениям, Бапи и Радж впервые встретились на звездном мероприятии, и именно тогда покойный актер Радж опозорил Бапи в тот момент, когда увидел его на мероприятии в своем фирменном образе, надев много золота. Радж Кумар громко сказал: «Ой, посмотрите, как много золота на нем, как на женщине, надень тогда мангал-сутру». Бапи Лахири снова и снова рассказывал о своей настоящей любви к золоту. Он также добавил, что считал золото своим талисманом на счастье, и именно поэтому всегда носил с собой много золотых украшений. В интервью газете «Hindustan Times» покойного Бапи Лахири попросили рассказать о своих планах на Дхантерас 2021 года. Отвечая на это, певец-ветеран рассказал, что ему надоело покупать золотые цепочки, и он сказал своей жене купить золотой чайный сервиз. Бапи добавил, что его жена исполнила его желание, сделав его очень счастливым человеком. Покойного Бапи Лахири попросили поделиться своей реакцией на то, что его назвали «золотым человеком Индии». Отвечая на это, певец четко заявил, что для него большая честь быть призванным с таким уникальным и великим званием. Показывая свой восторг, Бапи сказал: «Я горжусь тем, что меня называют золотым человеком. Золото – это счастье для меня. Когда я начал носить золото, мои песни начали становиться хитами».